Всем привет! Вы на канале интернет-магазина GrandStart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм «Лимон». У нас в интернет-магазине представлено несколько вариантов костюмов «Лимон». Сегодня мы рассмотрим один из них. На праздник осени в любую детскую тематику очень подойдет костюмчик «Лимона». Они очень востребованы, разные овощи, фрукты, ягоды. Давайте посмотрим костюмчик. Вот так он выглядит в запечатанном виде. Индивидуальной упаковочки. Этот костюм универсальный, он подходит для мальчиков и для девочек. У нас в товаре визиточка интернет-магазина. И давайте посмотрим, как выглядит костюм «Лимона». У нас в товаре идет вот такая вот замечательная накидка. Накидка из велюра, мягенькая. Сзади на шее она завязывается на завязочках. Это вот как будто в форме дольки у нас. Смотрите, долька лимона. Вот так вот выглядит накидочка на плечи. Далее в комплект у нас входит шапочка лимона. Вот такая вот шапочка. Посмотрите, здесь с листочком. Шапочка внутри на резиночке, то есть подходит на любую детскую голову. Она универсальная. Вот такая вот шапочка. Далее в комплект у нас входят бриджики, вот такие вот штанишки на резиночке зеленого цвета. И у нас по бокам пришиты вот такие вот кругленькие, как дольки лимона. Вот так вот выглядят штанишки. И в комплект входит у нас ярко-желтого цвета кофточка-рубашечка с длинными рукавчиками. Рукавчики здесь на резиночке по низу. И здесь у нас тоже как долька лимона. Все пришито, то есть это ничего не приклеено, ничего не оторвется, если ребенок будет играть. Такая вот кофточка атласная. Сзади она завязывается на завязочке. Вот полностью у нас костюм лимона, то есть шапочка, кофточка. На кофточку одевается воротничок и штанишки. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте GrandStart.ru.